В рамках губернаторской программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, еще одна юная жительница Ленинского района получила свою собственную квартиру. Ключи от нее, а также мультиварку 18-летней студентки педагогического колледжа Екатерине Гольчуковой вручил лично глава муниципалитета Валерий Венцель. От всей души поздравляем. Спасибо. Вот, желаем, чтобы все намеченные планы обязательно осуществились. Мы ждем здесь, в муниципалитете, образованного педагога, который придет и будет обучать наших детишек начальных классов. Именно в этом новом 14-этажном доме в микрорайоне Купеленко располагается квартира-студия общей площадью 31 квадратный метр, полноправной хозяйкой которой вот-вот станет Екатерина. На осмотр жилья она приехала вместе со своим опекуном, бабушкой Валентиной Алексеевной. Ремонт здесь уже сделан, стоят качественные двери, просторная лоджия застеклена, осталось завести мебель и технику. Пока здесь есть только плита, раковина и сантехника в ванной. Но совсем скоро новая хозяйка этой квартиры Екатерина займется ее благоустройством. Ведь это ее первая собственная квартира. Екатерина признается, давно мечтала о собственном жилье. И вот мечта осуществилась. Сейчас предстоит самое интересное – его обустраивать. Планов много. Уже есть какие-то задумки, что приобретете, что где поставите, вот какие-то вот... Ну, не знаю, в первую очередь диван. Я люблю читать, рисовать, то есть хотелось бы такой уголок какой-нибудь себе. Для творчества, да. Бабушка Валентина Алексеевна тоже довольна. Как опытная хозяйка, она уже сейчас мысленно расставляет мебель в квартире внучки. Валентина Алексеевна 8 лет является опекуном для Кати и ее старшей сестры Насти. Говорит Екатерина, ее главная опора и помощница. Очень исполнительно, просто очень исполнительно. Она бегает дома, вот, Катя это. У нее нет потом. Вот сейчас и все сейчас. Вот я ей очень довольна. Уже через 5 лет Катя сможет приватизировать эту квартиру и пользоваться по своему усмотрению. Также таким ребятам администрация выплачивает единовременную субсидию на приобретение товаров первой необходимости. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.